Вы смотрите видео об отеле Andorra Center. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Andorra Center расположен в стране Андорра в регионе Андорра-Ла-Валла и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 200 километров от аэропорта Барселона, в центре Андорра-Ла-Велья. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 90 персон, один крытый бассейн, салон красоты, спа-центр, лифты, ресепшн круглосуточно, обслуживание номеров, сейф на ресепшн платно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, прокат горнолыжного оборудования, лыжехранилище, парковка, гараж, в номерах есть ТВ, мини-бар платно, сейф платно, ванна, фен, телефон, подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из Standard Rooms – максимум 4 человек, Single Rooms – максимум 1 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть джакузи, сауна, тренажерный зал, салон красоты, бассейн с подогревом. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи. За дополнительную плату имеется массаж. Год постройки гостиницы – 1983. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.